Это тебе займет максимум 5 минут. Возьми нашу тачку, и это совсем рядом. Легко, вы славная парочка. Мне такие нравятся. Чувак, ты лучший. Мы сядем на заднее сиденье, чтобы не мешать. Милая, не дыши на хорошего дядю перегаром. Ну и куда вас везти, юные алкоголики? Мы остановились в мотеле к югу-западу отсюда. Спасибо тебе огромное. У тебя, блин, самые клевые сиськи во всем мире. Если бы мне не надо было работать, я бы игрался с ними весь день. Ты такой шалун. О, мне щекотно, Раппи. Да? Тебе нравится? Подожди, сейчас мы еще в мотель приедем. Я растерзаю твои прекрасные титечки. О боже, ты же знаешь, как это меня заводит. Подвинь-ка сюда эту сладкую попку. Дай-ка познакомлюсь с ней поближе. Ты пахнешь сигаретами и жареными крылышками. Меня это сводит с ума. Иди ко мне, дай полакомиться тобой. Эй, детки, вы что там делаете? Слушай, пока ты сейчас ей парадный вход подметаешь, может, я пока на заднем дворе трубы прочищу? А? Что ты сказал? Братишка, и я тебе могу яйца прямо из мошонки высосать. Хочешь, зажгем огни по-настоящему? Эй, ну ладно, нет, все нормально, чувак, мы перестанем. Кажется, мы уехали слишком далеко. Я вообще эти места не узнаю. Теперь без этого чувака мы точно обратно не доберемся. Слышь, приятель, ты нас куда-то не туда завез. Ого, наш мотель точно стоял не на горе. Да не переживайте, голубки, просто хотел показать вам самое романтическое место во всем округе.
А, это другой разговор. Что скажешь, дорогая? Снимаешься в фильме про природу? Я не знаю, я просто хочу домой. О, вам там понравится. Это место здорово всех сближает. Приходи завтра ко мне на барбекю. Приветствую, друг. Что это у тебя? Что? Говорят, вы принимаете заблудших путников за умеренную плату. Воистину, так и есть. Оставь тело, возьми злато. Ну же, быстро, шевелись.